Привет, ребята, стримаши, обзор дешевой еды. Ну, что интересного мне попадается по цене нормальной, я так сказал бы. Хурма, как-то королек называется. Она вполне спелая, хотя выглядит такой зеленоватой. 39 рублей, это тоже 40 рублей. Но она мягкая. Видно, она была заморожена, разморожена. По вкусу нормальная, но быстро ее надо есть, иначе развалится. Персик стоил 45 рублей килограмм. Ну, как бы скидка была там с 65. Я спросил, все ли с ним нормально. Она сказала, да, но на самом деле нет. Она обманула продавщицу, как обычно. У него кожура горьковатая, то есть кожуру надо стирать. Там гнили никакой нету, червяков внутри. Но кожура горчит. И, конечно, уже сладости нет такой, как у свежих. То есть скидка не просто так. Когда скидка идет, это просто так не случается. Так. Ну, это этот же королек, он просто быстро мнется. То есть его тоже надо быстро есть. И что еще хотел показать? Вот эти яблоки большие, которые я показывал. Чилийский Крис Пинк. Просто примечательно, что цена у него 39 рублей. Хотя в магазине такие по 100 рублей стоят. Это какие-то мега элитные яблоки. И еще просто для интереса я купил Роял Гала, тоже чилийское сладкое яблоко. 45 рублей стоило. Роял Галы даже в этих лентах, по-моему, 100-120 рублей. Оно без дефектов. Дефекта вообще нету здесь. Ни внутри, ни горечи, ничего. Как вот с этим персиком. Он все-таки не просто так. Он еще вот в темных подтеках таких, которых не отмыть. Ну, на этом все. Пока, ребята. Подписывайтесь, ставьте уведомления.